На території Миколаївського комунального підприємства «Центр захисту тварин» з листопада минулого року був введений карантин через виявлені випадки захворювань собак на чуму м'ясоїдних. План ліквідації захворювання включав щоденний клінічний огляд всіх тварин, щеплення здорових, ізоляцію і лікування всіх хворих, припинення проведення хірургічних втручань і вакцинації від сказу. На момент перевірки на утриманні в центрі перебувало 159 собак, 24 із них мали ознаки захворювання чумою. На сьогоднішній день проявів чуми на території комунального підприємства Центру захисту тварин не виявлено. Якщо за цей місяць нічого не зміниться, центр знову розпочне повноцінну роботу. Та на початку року спалах епідемії зафіксували в Одесі. Чи варто боятися миколаївцям? Наскільки це серйозно та як вберегти своїх домашніх улюбленців, відповість гість у студії. Ось так, друзі, поспілкуємося з нашими ранковими гостями. До нас завітали кінологи Олена Троян та Ірина Пишнєва. Вітаємо вас. Доброго ранку. Тож розкажіть, яка наразі епідеміологічна ситуація в нашому місті? Значит, начнем с того, что, к сожалению, неблагополучно. У нас сейчас эпидемия чумы, вот, поэтому мы пришли поговорить о том, чтобы как уберечь своего животного от этого очень серьезного, заканчивающего большими последствиями заболевания. Яка небезпека чатує на наших улюбленців під час прогулянки, і чи дійсно лише під час прогулянки тваринка може заразитися? Ну, любое інфекційне заболевання практично можна заразити своє животное через контакт с больными животными, через обнюхивание экскрементов. Ну, даже если животное не выходит на улицу, можно заразить через обувь. То есть мы обычно стараемся приходить, переодеваться, мыть руки, а потом гладить своих животных. Вот. Ну, это менее грозит тем животным, которые вовремя сделали и правильно сделали прививки. Тож, як привчити собаку до безпечної прогулянки, щоб вона нічого не підбирала, не гризла? А ніяк. Ну, якщо, вот, допустим, такої собаки намордник одіти можна? Понимаете, и на поводке. Это, конечно, я вот так своих собак так, ну, охраняю. Но, к сожалению, на мопсов намордников не придумали. Поэтому мои мопсы ходят без намордников. Ну, я их приучала с детства не подбирать. То есть это специально есть такое обучение. Если щенок до 4 месяцев усвоил, что этого делать нельзя, то, слава Богу, вот я... А чи є якийсь секрет цієї практики, як привчити, можливо? Ну, это мне мама подсказала. Она своих котов так отучила лазить по столам. Мышеловки. Вот. А яку мышеловку варто обирати? Самую маленькую, самую слабенькую для мыша. Вот. То есть ничего страшного в этом нету. Вот, потому что не каждый может сделать вот эту машинку с током. Вот, там, по-моему, 8 где-то вольт. А вот это вот самое такое простое, доступное. Якщо привчити собаку для того, щоб вона не спілкувалася з іншими собачками, намордника для деяких пород ще не придумали, актуальним досі залишається своєчасне щеплення, вживання вітамінки. Ось про це хотілося б поговорити детальніше. Як проходить щеплення, яка вакцинація необхідна? Ну, я хочу сказать, что, в принципі, це обязательный фактор для любого существа. Не имеет значения, или это... существо породное, или действительно люди подобрали, или взяли в доме, в приюте животное. То есть любое животное, которое проживает с человеком, это семейное животное, оно должно обязательно проходить щеплення, то есть прививки. Вакцинацию. Вот, обязательно, вот мы к вам сейчас действительно перевели две собаки, вот молоденькая собачка, да. Юное существо, да, полтора годика. Мальчик, да, и фактически собака, которая пенсионного возраста, собаке 12 лет, для собаки данной породы, это очень много. Але это ця бабуся виглядає як молоденька дівчинка. Конечно, то есть возраст такая штука. В любом случае, как говорится, возраст уходит, приходит, а красота остается. Вот. И главное, чтобы собака была просто здоровая. Что для этого необходимо? Вот мы вам принесли каждое существо в доме, должно иметь вот такой ветеринарный паспорт. Или подобие такое, ну, международного. Да, ну, такого типа, да. То есть они продаются в магазинчиках, это не проблема. Тут фотография собачки. Ой, это красота.
мне. Да, ну, это еще мы юные девушки. Это фотография собачки. Пишется фамилия, имя, отчество владельца существа, потому что, по идее, собака должна иметь своего хозяина. И кошка. Или кошечки, кстати, тоже есть такие вид паспорта. И обязательно мы вам сейчас покажем, здесь идут прививочки, которую делала собака всегда во время, на протяжении всей своей жизни. В обязательном порядке. Это мы сейчас стали говорить очень много о чумке. Она всегда была. Чумка – это такая зараза, которую вы можете действительно принести. Вот вы гуляете и на сапогах, на обуви домой можете занести, хотя ваша собачка, котик, вообще на улицу не выходит. И потом мы думаем, господи, откуда? Где он? Откуда он? Я ж никуда его не выпускаю, это домашнее существо. Обязательно делаем, обязательно. Есть ряд прививок, которые делаются только в ветполиклинике. Да, это бешенство. Это бешенство. Его тоже надо делать. Не тогда, когда объявят эпидемию по Украине, по миру, там, по региону. Это обовязково. Это обовязково, да. Это, вот, допустим, если чума – это ваша проблема, здоровье вашей собаки, то бешенство является это и... который переходит на человека. Угу. Вот, поэтому прививка против бешенства никогда не надо игнорировать эту прививку. Она должна каждый год делаться, хотя есть прививки, которые делаются один раз там, 2 года, но я по типу того, я не трус, но я боюсь. В случае каждый год сделаю прививку и буду знать, что я обезопасила свое животное, потому что у нас очень много крыс. Крысы являются тоже переносчиками той же чумы и того же бешенства. То есть у нас многие животные, которые, ну, то есть у нас неблагополучная зона, у нас очень часто бывает, даже домашние коты могут ни с того ни с сего, то есть заболеть, как говорится, бешенством. То есть вот обычно это какие-то там стрессы, вот, ну, где-то какой-то фактор влияет. Вот, как, допустим, слоны в Африке от нехватки воды могут тоже сойти, как говорится... Симптомы чумки, ну, очень, как говорится, простые, и вы их всегда можете заметить. И что самое страшное, это вирус, который может поразить собаки, он проникает в организм, вот, воздушно-капельным путем даже, вот, элементарно, да? Да? Вы можете не гулять, а, знаете, как в анекдоте, старушка, тут ходи, там тебе снег на голову упадет, там что-то будет. Тобто, якщо навіть собаку обмежити в прогулянці, вона може заходити? Конечно, вы можете полиса, во дворе, все, в полисаднике с ней гулять, никуда не выходить, не спілкуваться с дворовыми собачками. Вот, тем не менее, воздушно-капельным путем собачка может заразиться. То есть, это что? Это выделение, если, ну, симптомы, да, значит, в первую очередь температура. Да? Истечение из глаз собака чихает, кашляет, то есть иногда даже и понос. И форма разная бывает чумы. Бывает кожная сыпь на животе, бывает кишечная чума, и самое страшное – это нервная чума. Вот, то есть легочная еще, да, забыла, легочная чума. То есть их очень много, и практически без последствий, да, мы вылечиваем животное, но без последствий оно не оставляется. И 100% иммунитет тоже не может выработаться. Вот у меня был случай, когда ротвейлер сама, сука, переболела чумой, и когда у нее был помет, она только 2 щенкам давала иммунитет, все остальные щенки погибали. Ну вот, то есть это уже было из практики. Вот, точно так же, если мы вакцинируем собаку, если вам говорят, что 100% у вас выработан иммунитет, это неправда. Никогда не может выработаться иммунитет 100%. І подготовка к прививкам тоже... Тобто навіть якщо ми робимо щеплення, є можливі захворювання? Конечно, да. Это не факт. Собака должна, у собаки должен хороший быть иммунитет. Она должна быть подготовлена к прививкам. Она должна быть здоровой. Да, обязательно, если вы не сделали паразитов обработку, то есть сначала мы прогоняем блох, потом мы прогоняем глисты, потому что глисты вот способствуют не усваиваться вот этой, ну, при прививке. Вот. Поэтому собака должна быть абсолютно здорова. Бывает так, что вот если пошла эпидемия, и у вас есть подозрение, что вы контактировали с больным животным, или в вашем регионе есть животное, значит, есть для этого сыворотка. Вы колите сыворотку, и потом срок действия сыворотки проходит, вы начинаете делать уже прививку. Одновременно сыворотку и прививку делать не рекомендуют.
Пані Олена, а ось щодо саме планового вакцинування, у якому віці, вже починаючи з народження, цуценяти, варто робити щеплення від сказу, коли варто робити, щоб наші телеглядачі, у яких тільки у планах звести собачку, або, можливо, вони пропустили це планове щеплення, щоб вони знали, що це необхідно? Ну, починається все від заводчика. Щенков ми десь, ну, в зависимості від породи, в 30 днів реалізуємо, або в півтора місяця реалізуємо. 45 дней. Обычно делают прививки, начинают делать месяца 3 недели в 2 месяца. Вот. Расстояние между прививками не меньше 2 недель, не больше месяца. То есть и вакцинация делается не то, что однократно, а мы делаем 2-3 прививки. Чем меньше валентности в прививке, тем лучше стойчивым вырабатывается иммунитет. Это вот. Но опять-таки обязательно должны быть профилактика против глистнии. Ну, я хочу сказать, вот дополнить, вот у нас сейчас дома наша это бабушка, а у нас есть девочка, которая родила щенят. Вот им сейчас скоро будет месяц, обязательно надо прогнать глисты обовязково. Тут даже, знаете, как говорится, после 15 дней прогоняем глисты. Вот. А потом уже собака каким-то образом нарабатывает щеночек. Можно подготавливать ее к вакцинации. Но опять-таки после полутора месяца. Да, после полутора месяца. Проходит подготовка. Да, а вот это что касается щеночков, потому что они у вас дома, как бы там ни было, они, ну, ограждены и мамой. Вот. А вот пожилым собакам, вот действительно, это тоже очень важно, потому что мы можем сделать прививку как раз в совсем неудачное время, и собака, у нее просто не будет подготовлен организм, и у нее не выдержит организм в этой прививке. То есть, потому что фактически, что такое прививка? Мы чуть-чуть заражаем собачку, чтобы у нее иммунитет выработался. Вот. В данном случае вот такой собачке уже возрастной, ну, вот она после, действительно... После 9 лет вот, надо подготавливать собаку. А вот как подготовить самую собаку до щеплення? Витамины. Да. Витамины не только в пищу, это таблеточки, которые мы покупаем, но есть же витамины, мы же колем витамины себе, там группы Б определенные. Вот мы сейчас прокололи Оси-девит. То есть это не больно, это 2 раза в неделю по кубику, там зависит от веса. Надо переговорить обязательно со своим ветеринаром и знать, мы же кушаем витамины. Собаки то же самое, у них должна быть крепкая иммунная система. Знаете, если будет крепкая иммунная система, то и блох не будет, и глистов не будет. Вот, знаете, заболевание легче предотвратить, предупредить, чем потом его лечить, потому что пойдут осложнения абсолютно на все. Нет абсолютно здоровых ни людей, ни животных. И просто надо корректировать, помогать немножечко. Помогать вырабатывать. Есть и народные средства, можно тоже их использовать. Есть великолепный холосас человеческий, который по чуть-чуть можно давать собачке. Вот. Оно таким образом поддерживает клетки печенки. Вот. Есть ряд других препаратов, я не буду их просто говорить, ну, рекламировать. Много, кому-то их подойдет, кому-то не подойдет. Кокер, в них проблема с глазами. Вот, поверьте мне, если кто-то заметил, у нее действительно проблема с глазами уже началась. Я капаю ей ветпрепаратом, то есть помогаю. А якщо вже таке сталося, що дійсно захворіла собачка на одну з таких інфекційних захворювань, екстрена допомога, на що варто звертати увагу і що робити в перші хвилини? Значить, смотрите, у вас должна бути мінімальна аптечка, то есть у вас должен бути градусник. Вот. У вас должны жаропонижающие, у вас должны быть антибиотики, витамины, то есть вот экстренные такие вот, те же травы. Ну, аскорбиновая кислота элементарно в ампулках, она продается. Да. То есть вот обязательно у вас должна быть мини-аптечка, пока вы звоните врачу и консультируетесь, потому что обычно у нас это встречается в воскресенье вечером, как всегда. У нас ничего не допомогу вы маете надати сами собаке. Да, то есть вы должны хотя бы первую элементарную помощь, ну, своему животному, чтобы он дотянул до понедельника утра. Да. Вот, поэтому, и если даже у вас собака вялая, отказалась от еды, вырвала, это уже показатель чего-то заболевания. Да, то есть у вас все должно быть под рукой. Клизма, вот, то есть вы должны все уметь это сделать. Прежде всего, очистить желудок, чтобы он был свободный. Если она что-то на улице подобрала, съела, если мы сделали клизму существу, оно моментально очистилось, ей легче станет. Да. То же самое, спазмолгон должен быть, спазмолгитики, господи, я не могу выговорить. Ну, вы меня поняли. То есть, вот это обязательно тоже... Кизнеболевич, так? Да, жаропонижающие, спазмолитики, вот. Вот, то есть обязательно должно быть у вас под рукой, чтобы вот не было.
Ну, и я таких. Хочу добавить, что, в принципе, да, Лена Михайловна правильно сказала по поводу крыс, которые, к сожалению, живут у нас в подвалах. И не хорошо, уничтожайте кошек. Да, и хорошо, действительно, не уничтожайте дворовых кошек. Многие говорят, они же там воняют. Ну, вы знаете, мы тоже воняем. Вот. Еще больше делаем гадости на улице, чем, допустим, та же кошечка. Но когда она в подъезде, в подвале живет, они живут, они там прячутся от морозов, там крыс не будет. В любом случае, да, есть коты крысоловы. Домашние персидские коты крыс ловить не будут. Вот. А вот те тигровые, которые бегают во дворах, они пугают крыс. Крыс не будут популяции развиваться. Вот. И еще вспомним 13 век, когда пол Европы умерла от чумы. Ведь действительно переносчиками являлись крысы. Это известный исторический факт. Вот. И знаете, что я хочу сказать? Вообще наш мир, он всегда меняется, он непостоянен. То есть нету стабильности никакой. Сегодня какое-то заболевание, которое характерно только для собаки, ну, для кошечки. Не факт, что у мене оно... було питання, чи може заразити свого господаря. Ви знаєте, ми не знаємо. Віруси – це інтересні существа, тим генетики, біологи займаються. Недаром в государстві це пріоритетне зараз направлення розвитку біології. Вот, потому что все может быть. Ведь свиной грипп, то есть птичий грипп, он же тоже появился, ну, фактически для нас раньше его не было. Вот, это мутации, в 2000 году какие-то мутации происходят. Мы должны, Толстой от Лев Николаевич сказал, вот государство, которое не думает о своих животных, вынуждено быть нищим и преступным. Вот. И нельзя думать о людях и не думать о живых существах, которые нас окружают. Это не собаки, кошки, это абсолютно все. Да, те же птички. Да. Птички, корови, свиньи, все остальное. Дякуємо нашим ранковим гостям за те, що дійсно вняли таку актуальну ситуацію, яка відбувається у нашому місті. Тепер ми знаємо, як захистити своїх домашніх улюбленців, а також, якщо вже сталася така дійсно біда, що ваша тваринка захворіла, ви знаєте, як надати їй першу допомогу, як берегти її від цих інфекційних захворювань, а також, як доглядати за вашою тваринкою, знаєте тепер всі планування щеплень, про те, які вітамінки необхідні, і найголовніше, Головніше, про що кажуть наші гості, необхідно завжди радитись із вашим ветеринаром, обов'язково, який дійсно повідомить вам про стан здоров'я вашого улюбленця. Дякуємо вам!